На стадионе «Юность» в очередной раз прошло тестирование для старшеклассников в рамках Всероссийской физкультурной программы «Готов к труду и обороне». Мероприятия физкультурно-спортивного комплекса сегодня проходят по всей России. Это основа физического воспитания всего населения страны. В Амурске реализация комплекса началась в 2015 году и успешно набирает обороты. На сегодняшний день в тестировании приняли участие школьники города 9-11 классов. Значит, у нас здесь проходит испытание метания это спортивного снаряда 500-700 грамм для мужчин, для девушек и для юношей. И, соответственно, метание спортивного мяча 150 грамм. Скажите, пожалуйста, а кто принимает участие? Какие школы города? Ну, у нас принимают все городские школы, ну, за исключением начальной школы. Мы здесь принимаем 4-5 ступень, так как у нас 5-я ступень, в основном это выпускники школ, чтобы они уже весной могли получить знак отличия ГТО. Комплекс имеет 5 возрастных ступеней и подразумевает под собой серьезную спортивную подготовку. Ребятам нужно было сдать нормативы по метанию спортивного снаряда и бег на различные дистанции – 60 метров, 100 метров и 2 километра. Среди участников присутствовали подростки, которые ранее уже получили свой знак отличия. Я занимаюсь баскетболом, и мне просто самой захотелось для себя заработать медаль. Второй раз даю. Я 2 года назад еще сдавала ГТО, только это вводили. Ну, подтягивание для меня очень простое. Потом бег на большее количество метров тоже легко могу пройти. Дети с удовольствием принимали участие в сдаче нормативов. Успешная сдача ГТО гарантирует выпускникам дополнительный балл при поступлении в вузы и дает отличную возможность испытать себя на силу и выносливость. Сейчас модно иметь хорошую физическую подготовку и вести здоровый образ жизни. Поэтому неудивительно, что количество участников с каждым годом возрастает. Это дополнительные баллы даются при поступлении в высшее учебное учреждение. Ну и для себя узнать результаты и свои возможности. Напомним, что в 2014 году был подписан указ о возрождении советских норм физической подготовки «Готов к труду и к обороне». К нам вернулась старая добрая традиция, благодаря которой выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Каждому желающему сдать нормы ГТО нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить свой уникальный идентификационный номер и пройти медицинское обследование.